отандық ақпараттық мәдени кеңістікті дамыту елбасының мақаласында айтылғандай қоғамда әлеуметтік жаңғыртудың бір құрамдас бөлігі болып табылады. Осыған орай ақпараттық Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарламасының жобасында осы мәселеге арналған және оның ішінде қызметтің төрт маңызды бағытын қарастырған мәселе көзделген. Бірінші, мәдениет саласындағы ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамыту. Екінші, отандық бұқаралық ақпарат құралдарын жаңғырту. Үшінші, отандық ақпараттық контент өндіруді ынталандыру. Төртінші, мемлекет қызметін ақпараттық сүйемелдеу. Первое. Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры. Одной из ключевых задач государства является расширение доступа граждан к объектам, материалам, учреждениям культуры. Предполагается, что в результате реализации данных мероприятий уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры к 2017 году составит 61%, а к 2020 году 65%. Уровень информированности населения о проектах Мадине Мура к 2017 году составит 82%, а к 2020 году 85%. Кроме того, предполагается увеличить посещаемость информационной системы электронной государственной библиотечный фонд «Библиотека Казахстана» к 2017 году до 55 тысяч единиц, а к 2020 году до 57 тысяч единиц. Второе. Модернизация отечественных средств массовой информации. Основной задачей данного направления является повышение качества работы отечественных средств массовой информации. Техническая модернизация будет обеспечена посредством внедрения эфирного цифрового телевидения и развития производственной инфраструктуры вокруг телерадиокомплекса «Казмедиа Орталыга». В результате принятых мер к 2017 году 100% населения страны будут иметь возможность принимать цифровой сигнал. При этом к 2020 году количество абонентов национальной спутниковой сети достигнет 1 миллиона человек. Казахстанские телевизионные каналы будут доступны на территории 110 стран, а представленность печатных электронных СМИ в интернете будет составлять 95% от их общего количества. Третье – стимулирование производства отечественного информационного контента. В результате принятых мер к 2020 году объем телевизионной продукции отечественного производства составит 60% от общего эфирного времени. Число интернет-сайтов в доменах КЗ и КАЗ увеличится на 50% по сравнению с 2012 годом. Объем производства телевизионной продукции способом размещения заказа среди частных телеканалов на условии софинансирования составит не менее 15 проектов в год. При этом объем переданного государственными телеканалами аутсорсинг производства составит 60%. Четвертое. Информационное сопровождение деятельности государства. В условиях перехода к информационному обществу одной из задач государства является совершенствование системы координации и ответственности государственных органов по освещению и продвижению деятельности государства. Важным компонентом данной работы должен стать пересмотр структуры государственного информационного заказа с учетом повсеместного доступа населения к сети интернет. Реализация данных мер позволит достичь следующих результатов. Первый уровень информированности населения о ключевых социально значимых направлениях деятельности государства составит 65% в 2017 году, 75% в 2020 году. Доля работников пресс-служб государственных органов и национальных компаний, имеющих соответствующее профессиональное образование, составит 100% в 2017 году. В целом, реализация поставленных задач позволит существенно повысить уровень конкурентоспособности отечественного информационного пространства, а также увеличить уровень удовлетворенности граждан отечественным информационно-культурным продуктом.